очень странно. Сейчас проехали клуб моряков. Я говорю, у меня был сон года 4 там назад. Я никогда не знал, что в Москве есть клуб моряков. У меня был сон про какой-то клуб моряков. Ночью таскаемся откуда-то. И вот точно так. Это место очень похоже. С такой же шашечкой, где написано клуб моряков. Ты, наверное, я это видел, просто не обратил на него или забыл. Но подсознание это сидело. Странно, что это в сон через 8 лет. Ой. Сейчас тебе покажу очень хороший ресторан. Там надо себе заранее делать все. Какой? Резервацию. Резервирую. Очень хороший кооперативный ресторан, который не знаю, что считается. На самом деле там очень вкусно. И очень милое место. Вот, ну, прямо здесь. Малый театр СССР. Клубное кафе. 12-12. И там наверху есть такие две комнаты. По маленьким ступенькам, все такое маленькое, старинное, очень легко. Там всего на, по-моему, 4 или 5 столов на самом ресторане. И наверху такие две как бы отдельные комнатки с окном, с маленьким. Как пусто. Я не знаю, что случилось с видом. Да, пятница уже. Сегодня пятница, ведь, да? Ну, все, так будет до понедельника. В воскресенье вообще никого, кроме милиции и солдат. Здесь мы вдруг плохо от моего дома. Я жил на Чехова и Садовник. Прям так ваше можно здесь оставить. Я оставлю вообще. Сейчас я. Наталья, мы вот в Москве. Пойдем с той стороны, зайдем, а с той стороны.
дарк-клуб. Я их опизнул, куда ты пошла. Она же там давно была. Разве ребенок это личная жизнь?